В спортивном клубе «Сити Джим» оживленно. Вот только на этот раз вместо спортсменов на фитнес-ковриках занимаются дети. Профессиональных инструкторов им заменили родные отцы. Трехлетняя Ева уверена, ее папа может все, потому из сильных папиных рук никуда. И это неудивительно. Каждую свободную минуту брещанин Владимир Потейчук старается проводить рядом с дочкой. Ответственно подойти к воспитанию малышки в какой-то мере помогают занятия в папа-зале. Я сам за здоровый образ жизни, сам занимаюсь спортом, люблю это. И как бы вот научу ребенка, чтобы тоже активно вести свой образ жизни. Потому что сейчас такая дети, гаджеты, компьютеры и такая пассивная жизнь. Надо как-то активно ее проводить. Первое, что нужно знать потенциальным участникам проекта «Папа-зал», реализует который Ленинский районный комитет БРСМ, так это то, что серия встреч абсолютно бесплатна. В Бресте занятия будут проходить еженедельно до апреля следующего года. «Папа-зал» мы будем проводить «Сити Джим» и в спортклубе «Дельта». Чтобы попасть на наше мероприятие, можно увидеть на сайте Лен.БРСМ, либо позвонить по телефону 530077. Узнать расписание, опять же, в группе ВКонтакте, БРСМ, в Инстаграме. Стоит ли говорить о пользе проекта «Папа-зал»? Пожалуй, нет. Ведь ни одна мама не обидится, если слово «папа» малыш будет произносить чаще. Конечно, девушкам здесь вход не запрещен, но прекрасная половина может лишь понаблюдать за процессом.